Привет, любимки наши! Да, привет. Мы вас очень любим-любим! Скучаем за вами! Я понимаю, что вы через целый океан, но тем не менее, мы вас каждый день, каждый час ждем в гости. Когда-нибудь это состоится. Мы с дедушкой очень-очень-очень любим наших славненьких, миленьких, наших самых лучших внучат, наших самых лучших деток. Убожнюю вас. Да, дедушка? Да. Сейчас дедушка скажет два слова. Я вас люблю. Ну, два. Я вас люблю. Побольше. Больше жду, целую, скучаю, дедушка. Ты еще добавь, как бабушка Света. Все. Все. Всем привет из Доминиканы! А мы идем кушать, Папа вам не мама, папа вам не мама. С папой можно все. Мой папа лучший самый, мой папа лучший самый. Такое вот кино. Папа, ты лучше всех, ты знаешь, это папа. Мне не хватает твоего, иди сюда, растяпа. И если был бы хит-парад из пап, то победил бы твой храп. Слышь, пап, я замечаю за собой твои ужимки фазом. Твои привычечки во мне сильнее с каждым разом. Ведь мы порода, мы место рождения, мы гранит. Мой сын все приумножит и, конечно, сохранит. Папа вам не мама, папа вам не мама. С папой можно все. Мой папа лучший самый, мой папа лучший самый. Такое вот кино. Под роддомом это мой отец, кто с бантами провожает меня в школу. Это мой отец, кто на выпускном ругался из-за места. Это мой отец, к жениху ведет его невесту. Это мой отец. Папа вам не мама, папа вам не мама. С папой можно все. Мой папа лучший самый, мой папа лучший самый. Такое вот кино. Рождение, папочка, поздравляю тебя. Желаю тебе много лет, много счастья, счастливых, здоровых лет, путешествий и спокойствия за своих детей. Мы тебя любим. И внуков много. Ха.